чаепитие с дружной песней, чтоб они частенько поют. Где вы, милые сердцу соседи, лишь знамёны шумят по весне, но по нашей любезной беседе я скучаю порой во сне. Надо путь продолжать, понимаю, жизнь идет, зеленеет глаза, но все чаще 9 мая вспоминаю я ваши глаза. Убеждаюсь, что нет вам замен, предаюсь плодотворным трудам, пусть судьба умножает измены, я забвению вас не отдам. Миновали налеты и голод, и хоть видим войну лишь в кино, верен вам славы воинской дворы, но а с ним целый мир заработал. Хочу пожелать, спасибо, книгам Валентина Григорьевича Кузьмина и в дальнейшем такой же прекрасной судьбы, какой она была у них всегда, все эти годы. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, мы представляем вам литературно-драматическое представление, посвященное творчеству писателя Валентину Григорьевичу Кузьмину. Прошел испытание огнем и выдержал самый трудный экзамен, завоевав право на высокое звание человека, писателя, воина, друга. Недаром говорится, что писатель пишет, как живет, как дышит, как видит этот прекрасный мир. Значит, мой стиль – это мое дыхание. Севастополь моего детства имел свое неповторимое лицо, которое удалось сохранить и после восстановления, хотя от прежнего города уцелело всего несколько зданий. Город из белого камня стоит у синей воды, стройный, веселый, как лихой черноморский моряк в нарядной праздничной, исполняемой мамой. Больше всего мне нравилось, как на скрипке играл мой дядя. Помню эти чирующие звуки. Я походил на цыпочках и, не дыша, слушал божественную начало лета 1941 года
было радостным. У нас, молодых, не возникало особых тревог и сомнений. Все было ясно. Что бы ни было, как бы ни было, это будет здорово и красиво. Школа стояла на горе, открытая всем ветрам. Мы сидели в одном классе, зубрили немецкие сближения, рисовали море и парусники и вели нескончаемые разговоры о разных радостях. Безбрежности мироздания, о смысле жизни. Песня Шульженко и, разумеется, о любви. Девушки учили нас, ребят, танцевать. Было весело. Впереди выпускной. Интересно, а какими... Иначе, но война была здесь, в Севастополе. Рядом, хотя настоящие бои шли на Западе. Мы записались добровольцами на фронт, но нас отправляют в училище. Мы прощались с Севастополем. Море в этот последний вечер застыло, словно черный полированный мрамор. Настороженная, щемящая тишина. Первого года, четвертый месяц мы в пехотном училище попали в минометную роту. Вспоминаю нас на гражданке и думаю, какими же тюфяками мы были тогда. В первые дни здесь я еле волочил ноги, а потом ничего, обтерпелись. Все правильно, на фронте и не такое бывает. 29 ноября, 1941 год. У нас новенький, Адальби Кардан. Уже 2 дня перевели его из другого училища. Чудесный. Из кабардино Болгарии. А встретились и познакомились в лихую военную пору. 5 декабря 1941 год. Все плохо. Писем нет. Фашисты рвутся на Москву. Что же это такое? Когда включают радио, лица у всех становятся серьезными. У Левитана такой голос, что аж мороз по коже. И все-таки мы их разобьем вдребезги. Ура! Ура! Трижды ура! Едем на фронт. Нас как будто направляют на центральное направление, наверное, под Москву. В мирное время я никогда и не бывал в Москве. Да и вообще... Злой. Я шагаю вместе со всеми. Один из таких же необстрелянных 18-летних парней, пополнивших измотанную в боях дивизию. Горит вся моя земля от восхода и до заката. Скоро привал, и мы поем. Было знать и видеть только то, что происходит вокруг. Особенно остро это ощущалось в бою. Иначе не выживешь. А жить нужно было, чтобы воевать. И воевать, чтобы жить. И этого могло бы совсем не случиться. Неподвижно распластанное тело в бинтах. И каждое движение отдается болью в груди. Часто снится взрыв. Красный огонь, шум и звон в ушах. Плавная горячая струя уносит куда-то. Медленно открываю глаза и тупо смотрю в окно. А высоко в горах, мне кажется, что самые лучшие легенды и песни рождены здесь.